В божественной литургии приняли участие мэр Анапы Сергей Сергеев, председатель городского совета Леонид Кочетов, депутаты и десятки анапчан. Епископ Феогност отметил, что праздник храма, именем которого названа Божья обитель, можно приравнять к торжеству по случаю Дня города. Напомним, что храм святого Ануфрия Великого был построен в 1829 году на месте турецкой мечети, а через 26 лет разрушен турками в ходе Крымской войны. Окончательно восстановленный храм вновь открыли в июне 1876 года. Он был заново построен на средства городского общества. В 1964 году, во времена хрущевских гонений, Ануфриевский храм закрыли, а позже с него сняли купол и переоборудовали его под дом пионеров и школьников. Здесь проводились слеты и пленумы городского совета пионерской организации, работали кружки. Трудно было представить, что когда-то в этом здании была церковь. Сейчас ее золотой купол радует жителей и гостей города, а колокольный звон напоминает о течении времени. Поздравить с этим праздником, пожелать доброго здравия, пожелать терпения и помощи Божией во всех наших хороших начинаниях. Дня рождения храма святого Ануфрия ждали и тщательно к нему готовились воспитанники Анапской православной гимназии. И чтим до ныне мы с тобою, в тот день прославленный, когда, капитулируя от избора, бежали турки на суда, и состоялось возвращение. Храм засиял наш каждый и государев посещение ступалось в ту Божью зря. В заключение праздника епископ Феогност подчеркнул, жизнь святого Ануфрия Великого – яркий пример всем, как нужно любить Бога и ближнего.